как соблазнить женщину безработному мужчине и всего за 45 минут. В ход пойдут стриптиз. Как минимум. Идея того, что у вас в доме будет на пилоне обнаженный мужчина. Очень классная, супер. Горячие танцы. Латино. Кулинарные изыски. Уезд. Нет ничего более сверхинтимного, чем кушать из одной тарелки. Поверьте, есть. Поход в секс-шоп. Когда ты приходишь в современный секс-шоп, ты себе не кажешься секс-гигантом. И даже ссора. Я влюбился настолько, что готов ее увести. Я не верю. Что будет дальше? У него такие очень хитрые глаза. Он пустой. Все-таки кормить семью ему придется. Посмотрим. Это скандал. Любовь с первого взгляда. В воскресенье в 19:00.